Доброго времени суток. Давайте посмотрим такой расклад. Да, где он сейчас? Что с ним? Сначала давайте глянем, что за человек, что он из себя представляет, что за человек, кого вы загадали. Приходите на личные расклады. Любит женщин, девочки. Сейчас в жизни как будто какая-то глава закончена. Отметает все. Любит тайные связи. Любит женщин загадочных. Да, ему интересно их раскусывать. И здесь по развилке, да, очень много дорог, очень много путей, по которым, да, не пути даже, а много женщин. Да, но такое ощущение, что человек сейчас как-то переживает, да, что-то. Это, скорее всего, либо с семьей связано, да, с домом. Какие-то неприятности, но даже не то, что неприятности, что-то заканчивается, какой-то период у него. Ну, давайте посмотрим, где он сейчас. Проходит уроки. Причем такое ощущение, что человек как будто пропал. Вот как будто бы его хоп и не стало. Пропал. Он затихарился. Намечает цели, либо цель уже была, к ней надо как-то идти. Но почему-то, видимо, ничего не получается. Верховная жрица здесь говорит, что человек проходит некие уроки. Ему нужно учиться, учиться и учиться жизни. Еще по Верховной жрице могу сказать, что человек отошел в тень. Сейчас для него какое-то другое время начинается. Именно похода к чему-то, к своему. Выживает. По этому аркану, да, который есть в этой колоде, да, Адам называется аркан, тоже здесь старший, этот аркан говорит, что все разрушилось, вся его жизнь рухнула, но он выжил. Вот как бы то ни было, человек выжил, ему надо начинать с нуля. Один, абсолютно один человек, он один, рядом с ним никого нет. От слова совсем, девочки. Если у вашего мужчины сейчас кто-то есть, это не ваш расклад. Человек, мужчина, да, загаданный вами, пытается сейчас привлекать, не привлекать внимание. Хотя раньше человек был рыцарь чаш. Уже об этом, да, говорит. Легкий повеса такой, да, выпить, закусить, провести где-то время, либо влюбиться так легко, ненарочно, ненадолго. Вот такой вот мужчина. Очень много у человека внутри эго вот прям воротит его от того, что ничего сейчас нет, все рухнуло. Какая-то надежда была. Может быть, надежда на женщину. Здесь, может быть, с ней была какая-то тайная связь. Может быть, даже не связь, а просто отношения были такие, да? Не афишировались. Либо знал круг узкий. По тройке мечей человек пошел дальше, мужчинка пошел дальше. Но почему-то с разбитым сердцем. Сейчас восстановление, подготовка к воскрешению, выживание, да, Адам и суд. Разбор полетов. Человек сейчас должен полностью пересмотреть всю свою жизнь, чтобы подняться, да, с колен. Ему надо быть другим. Ему надо по-другому строить, идти, я не знаю, там, знакомиться, вообще быть другим. Сможет ли он? Тройка жезлов. Ну, я думаю, что он рассматривает все варианты по тройке жезлов, да? То есть здесь рассматривает любые варианты. Все.
где, когда, кого, куда, вообще с чего начать. Здесь человек приоткрывает дверцу, завесу, так сказать, своей жизни новой. По восьмерке мечей пока не видит, куда ему идти. Он сейчас один, девочки. В сердечных делах у него никого нет. У него полный раздрай. Разорванное сердце, что-то не получилось. Не получилось с женщиной. И здесь человек тоже страдает. Вот знаете, такое ощущение, что у человека рухнуло все вообще, глобально все рухнуло, вообще все рухнуло. Вот как дома взрывают, вот такой направленный взрыв, да, то есть вот все стоят, а он прямо рухнул, вот так вот. Но здесь опять же говорится о внутренних блоках. Вот восьмерку мечей и рыцаря мечей взять. Здесь человек, такое ощущение, что свое сердце посадил вот под эти мечи, да, сердце и мечами вот воткнуто. Такое ощущение, что он оберегает его, не дает ему биться как надо, не дает ему чувствовать. Мечи – это все равно холодность, да, это разум больше. Он пытается выделять нужное, какое-то важное, вот, да, не чувствовать. Из-за этого развал всего. Нужные люди, как сказать-то, нужные связи, выгодные женщины, да, какая-то выгода. Рыцарь мечей – это всегда выгода, да, то есть человек учится здесь, любит учиться. Неусидчивый, везде всем интересующийся, всеми интересующийся, да, острый сам по себе и холодная энергия. Эмоциональности, да, здесь очень мало, ну, тем более чувственности еще. Вот сейчас ему надо найти некий баланс со всеми, кто, возможно, будет рядом, либо кто еще рядом остался, хотя такое ощущение, что вообще, вот дом рухнул и выжженное поле, да, то есть тишина и вообще никого. Либо ему надо здесь воскрешать какие-то связи. Пытаться найти что-то, что еще сможет связывать его с кем-то. Но опять же здесь человек, вот тройка жезлов, семерка мечей. Опять же человек ищет пути, по которым может схитрить. Что-то взять. Здесь не имется человеку абсолютно. Как был в мечевом, так и останется. Он не может своей башкой понять, что мечи – это хорошо, но там, где нужно применить их, да. Нельзя быть все время как истукан, нельзя все время брать, нужно что-то давать. А здесь человек именно знает, как умыкнуть, и он опять идет по этой же дорожке. То есть он опять рассматривает варианты, где бы ему быстрее восстановиться, да, от кого бы взять. Вот. Такая есть. Либо была. Но здесь показана еще одна женщина, королева жезлов. Тоже были отношения. Я говорю, что мужчины, женщина была не одна, это 100 пудов. Здесь вот с одной все рухнуло, вот, но до этого еще была женщина. И тоже была здесь, были тоже отношения. Вот ходок такой, знаете. Но та не дала тоже ресурсов. Либо человек мог сейчас обратиться к этой женщине, да, напомнить ей, либо как-то дать понять, что чувства остались, да, что-то начать у нее просить, но нет, не выгорело. Перед ним захлопнули дверь, да так захлопнули, что эта дверь упала на него. Конкретно причем. Нечего ходить сюда, да, нечего здесь быть. Давайте посмотрим, какие мыслишки у него еще здесь. Паж мечей. Ищет выход. Очень много воздушных мыслей. Пытается их скомпоновать. Пытается понять. Даже, знаете, накопить какую-то энергию. Какой-то новый подход к делу.
Здесь может кому-то писать, писать по работе. Может быть, с работой у человека не все так хорошо. С деньгами может быть не все так хорошо. Согласен на любую работу. Здесь, кстати, может быть, работа есть, как вариант тоже. Но у человека, знаете, чтобы кого-то привлечь, ему приходится общаться по переписке, привлекая клиентов. Может быть, по переписке договариваться как-то. Готов работать, да, все время. Но дело в том, что сейчас тоже с работой очень плохо. И человек ищет выходы, ищет, да, какой-то вот туз пентаклей ищет. Ничего нет с работой-то, понимаете, тоже. Все рухнуло, вот я про что и говорю. Может тоже не быть клиентов, хотя человек их постоянно ищет, 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 ищет. То есть что-то постоянно делает. Но надеется на то, что все у него будет благополучно. Вытянет он этот туз пентаклей, да, в этой жизни. Мысли-то у него такие. Ну и последняя карта. Пятерка чаш. Человек расстроен, оплакивает свою жизнь. Все чувства. И что самое главное, девочки, здесь болит. Болит душа. Человек страдает, как я уже говорила. Да? Он страдает. Ему плохо. Нет поддержки, нет женщин рядом, да, которые могли бы хотя бы спасти как-то, да, там, погладить. Все отказывают, никто не идет, да, ему на какие-то уступки. То есть здесь полностью, как я еще раз говорю, рухнула жизнь. Плачет.